Ну, посмотрим, что на фронте происходит. В самом общем виде хотя бы. Сейчас мы посмотрим на карту. На фронте... Вот сейчас карту показываем. На фронте есть ряд заявлений нашей стороны, которые говорят, нашей украинской, которые говорят о том, что наступление противника под Бахмутом подсдохло. Что характерно, вновь переброшенные мобилизованные батальоны подразделения ушли под Авдеевку, не под Бахмут. Вопрос, а что они не пошли под Бахмут? Да. Интенсивность возросла или ослабла? То есть, вот имеется в виду... Ослабла. На флангах. Вот он про фланги Пригожин там говорил. Пригожин номер один. Теперь уже Пригожин номер один, да. Он две недели уже поехал, только все там страшно, неуспешно и плохо. Мы, как бы, характерно то, что сегодня Путин сказал про снарядный голод, сославшись на Министерство обороны, что, мол, они лимиты выписывают, а мы тут ни при чем. А позавчера у Соловьева, любопытный российский эксперт, седой такой, не помню, как его зовут, 20 минут рассказывал, что виноват Верховный Главнокомандующий. Да, Сивков. 20 минут рассказывал, что виноват Верховный Главнокомандующий. Угу. То есть Путин. Любопытная история, да? На центральном канале, центральном пропагандистском шоу. Да это мы сейчас попозже обсудим, за глаза особенно обсуждать. Значит, ну, мы понимаем, как это все строится. Они дают голос по фокус-группам, ставят эксперт. Не, конечно, Выражал голос. Очень управляем. Да, но тем не менее, сам факт того, что начали критиковать Путина на центральном телевидении, показывает, что соответствующие голоса в России есть. Они настолько значимы, что надо выставлять эксперта и давать ему 20 минут говорить. Как ты знаешь, для телевизора 20 минут – это огромный срок. Наши зрители, телевизор – это 4-5 предложений. Если вам 20 дали минут, вы очень значимая фигура. С очень значимыми месседжами. Так вот, Путин откровенно валит все на военных. Военные валят на Путина откровенно. Это веселая история, чем-нибудь должна закончиться. Особенно учитывая, что есть Пригожин, который валит на всех. Диркин, который ругает направо и налево всех, включая Пригожина. И представляет уже собой там группу неоимперцев. И больной Кадыров, который там, вот, там сегодня-завтра, значит, да, как говорят. Где-то тихо злобный ФСБ, который свои игры играет. На лицо у нас внутриэлитный конфликт в Российской Федерации. И Пригожин, который продюсер, муж Валерий. Это мы сейчас отдельно обсудим, там целая тема. А вот уже можно говорить. И этот Ахметов, потому что на фронте без особых мнений, там бои местного значения. Вот идут, которые показывают, что давай уже завершим, что противник выдохся, выдыхается. То есть ты считаешь, что Бахмуту сейчас ничего не угрожает? В Бахмуте сложная обстановка, но стабильная и контролируемая, скажем так. Тяжелые бои идут. Но прежние интенсивности, как говорят военные, смесь наши же. Прежние интенсивности давления уже нет, она явно ослабевает. Посмотри, если президент, спикер номер один Российской Федерации должен отрабатывать тему снарядного голода, то значит, эта тема очень серьезное значение уже приобрела. А вот, поэтому и это снарядный голод, и манера наступать по 2000, укладывая за 100 на 100 метров той самой полянки перед нашими окопами, это все привело к тому, что к третьему месяцу очень интенсивного наступления, сосредоточения усилий, то, что называется, они подсдохли. Подсдохли, в Авдеевке попытались устроить второй Бахмут, не пошло и не прошло. На Угледаре не очень. Что там еще? Мы их там накрыли, на Херсонщине накрываем, на Харьковское и Луганское не слышно уже. Ну, о значимых штурмовых действиях не слышно уже несколько дней. Да, местные бои, беспилотники роняют друг другу на головы. Там, значит, эти гранаты и прочее. Тактические перестрелки в лесах. Нету серьезных наступательных действий, даже попыток. Отдельные движения. Фронт подзабирает. Любая армия мира, будь она трижды бриллиантовая яхонтова, супербоеспособно мотивированная, там, не знаю, космическая пехота, вооруженная, 3 месяца подряд интенсивных попыток наступать. Но это уже ты начинаешь выдыхаться и брать передышку. Мы видели, да, британцы дали оценку, там, институт войны или кто-то, тем не менее, это появилось в западном экспертном сообществе, как ни крути, что Россия переходит к стратегической обороне. Она уже не надеется, что там понаступать. Я так не считаю, она надеется. И будет пытаться, но, во-первых, успешность этих действий мы видим. Все равно будут в лучшем случае оперативно-тактически. На оперативный успех даже замахиваться уже не получается. Куда там стратегическом. А во-вторых, они не сейчас. Им нужно выдохнуть, прийти в себя, поставить в обороне. Некоторые тоже не собираются давать эту паузу. Посмотрим, что будет. Я думаю, будет весело. Поэтому я ожидаю позитивных новостей в короткие исторические сроки, связанные с нашим контрнаступлением. Хотя Анна Малер, министр обороны, призвала о нем не говорить. Но
же люди неофициальные, что мы. Тем более все о нем говорят. Так вот, что я хочу сказать, что надо вернуться к Пригожину, второму Пригожину. Ну, давай, вернемся к второму Пригожину, давай, да, да. Ахмедову, да, Фархаду. Ахмедову, да. Да, на лицо признаки внутриэлитного конфликта. Видим настроение, да, в российской элите. Как это все пропало, и что дальше? И нет перспектив. Мы не собираем... Я так понимаю, что наше командование, военно-политическое руководство вовсе не собирается ждать, когда оно дозреет само собой. И намерено помочь. Я думаю, что пределом внутриэлитного конфликта в России, после которого элиты российские будут принимать практические решения, вынуждены, это будет выход наших войск на границе с Крымом и начало обработки Крыма, Крымского моста. Мы говорили это многократно, очевидно, по причине того, что Крым – это жемчужина в короне Путина. Это явное, очевидное, символическое поражение, не просто содержательное войны. Это момент, когда он будет вынужден поднимать ставки, ядерное оружие. Как бы, да, и российская элита будет, станет непосредственно перед необходимостью принимать решение по вождю. Почему? Потому что сейчас им трудно сговориться о заговоре, хотя все понимают. Им нужен момент какой-то, знаешь, который вот не надо сговариваться. Когда все посмотрели в глаза другого. Секретари, референты, охрана, там, не знаю, олигархи, там, генералы ФСБ и поняли, что надо кончать, потому что придурок, да, тянется к ядерной кнопке, пусть даже тактической. Произойдет договор, заговор произойдет молча, без единого слова. Зайдут в кабинет и придушат шарфом нахрен. И очевидным образом все идет туда. Это лучшее разрешение этого кризиса, потому что я не вижу для них вариантов никаких. Вообще никаких. И наше контрнаступление очень сильно подтолкнуло к этому сценарию. А учитывая, что он дурак персонально ссорится крупно с Западом, угрожая ему этим перемещением ядерной базы в Беларусь, и с Китаем, плюя в спину Си Цзиньпиню, который только что пообещал миру, что не будет никакого ядерного оружия, ядерного шантажа, сколько у него союзников осталось и в мире, и внутри элит. Я думаю, что ему подыскивают замену уже даже те другие люди, которых он считает своими ближайшими друзьями, потому что дедушка невменяемый абсолютно. Точнее, он вменяемый, он просто бравирует невменяемостью, пытаясь всех напугать, но проблема же таких решений, что действительно могут испугаться и решить с этим закончиться. Очень быстро. Не бояться дальше. Поэтому, я думаю, будет весело в ближайшие месяцы. Значит, что я хочу сказать по поводу этой записи? Там она действительно вообще показательна. В принципе, это слив такой, каждый второй там об этом разговаривает, причем трепится по телефону. Может, сейчас как-то они будут аккуратнее. Главной фигурой здесь действительно является Ахмедов. Пригожин – это, в общем-то, фигляр, который побежал сразу оправдываться, там, умолять и так далее. И, так сказать, мы такое уже видели, А вот Ахмедов, да, человек серьезный, с денежками близкий был. И, мало того, член Совета Федерации уже много лет. Да? Сейчас не знаю, остается он или нет, но он сейчас за границей находится. В свое время соскочил. Ты понимаешь, там в чем проблема? То, что оценки-то они раздают похлеще нашего с тобой, хотя мы то же самое в эфире говорим, что с нас взять, да? Беда другая. Они там фразу... посмотрим, как оно само что-то вот сейчас само. Там нету вот этого, что так дальше нельзя. Хотя, понятно, по телефону даже в такой беседе они такого говорить не будут. Кто же скажет по телефону, правильно. Давай мочить? Но там есть ощущение, что кто-то, олигарх или представитель силового блока, кто-то другой это сделает. Так вот, им надо просто еще раз напомнить, путем санкций, кстати, сказать, что никаких других не будет. Другие – это вы. Потому что они же жалуются. У Ахмедов, кстати, под всеми возможными санкциями. Британскими, европейскими. У него там позаморожено все. Он рассказывает про Дубай, где он там. Так же, как и у Пригожина, понятно, израильский паспорт. Это само собой, как обычно. Но все они говорят о некой релокации. То есть, мы так ее подразумеваем. Да? А им нельзя давать этой возможности. Олигархи, как я много раз говорил, мой концепт заключается в том, что не спасать их, не давать им возможность выпрыгнуть из этого всего, потому что они ничего делать не будут. А наоборот, продолжать давить и дальше. А если вы, ребята, санкции вам не нравятся, то вы получите ордера, как военные преступники. Зачем? Оставьте санкции. Пусть лучше санкции. Тогда вы действуйте, если вы не хотите получить ордер
на арест от Международного уголовного суда. Вот как это работает. А вот это совершенно по-другому воспринимается в мире. Там начинаются разговоры про то, что давайте половину состояния, как об этом Макфол заявил, забирать в пользу Украины. Зачем половину забирать? Можно все забирать. Почему их надо спрашивать? Забирать сколько у них? У них надо забирать все. А вот для того, чтобы оставили что-то, нужно это еще заслужить. Нужно побегать, нужно на цирлах побегать. Иначе, дорогой друг, получишь еще и по рогам ордерок на арест. Вот какой главный вывод. Потому что вот от этого оценки, а я уверен, что они все так, все одно и то же говорят, но вот от «на тебе, да вот тебе» большое расстояние. То есть никто не хочет брать ответственность. Ну, в силу трусости, это понятно. Собственно, это Пригожин и забегал, а Пригожин 2, так сказать, поняв, чем это, в общем, ему может, так сказать, вылезти. Их нужно заставить путем давления беспощадного, грабежа их, да, вот этого, значит, давления, чтобы они побежали и начали разговаривать не о том, как все плохо, а о том, что надо делать. И побудительный мотив – это плетка, а не шоколадный пряник. Вот о чем речь. Марк, они не пойдут. Сегодня... Не, они так другие пойдут. 23-я годовщина того, как Владимир Владимирович был избран президентом России в первый раз. 6 марта 2000 года, да? Ну, получается. Да. А вот, ну, они все выросли и сформировались. Да, они как это, выросли и сформировались при нем. Он для них больше, чем президент или, может, еще разные группировки. Он для них фон их жизни, главное, база их жизни. Сбунтоваться против фона надо быть экстраординарными качествами. Надо быть оратой горбатым, трудно быть богом. Понимаешь, вот так, таким типа, пламенным революционером, который видит все, понимает все, все черно-белое. Это, они же приспособляются. Безусловно. Они плоть от этого режима. Они никогда не были самостоятельны, не всегда были контролируемы, позволяли стать олигархами. И взбунтоваться против ядра своей системы, они могут только возмущаться, что он неправильно поступает. Их нужно довести другим путем, потому что санкции может даже... Ну, конечно, я за санкции, но санкции могут их... Часть даже, наоборот, сказать, консолидируемся вокруг вождя, потому что тут хоть какая-то защита. Да наоборот, они наоборот консолидируются. Ты что? Да. Они как раз ищут способ соскочить. Вот к чему я говорю? Почему Запад сказал, дал ему ордер? Потому что на арест. Потому что это был четкий сигнал. Мы разделяем вас и его. Думайте головой. Им точно конец, но еще один же сигнал, что неприкосновенных теперь нет. Если вы дали Путину, то вам-то выдадут ШПО. Да. Все эти сигналы будут они накапливаться. И в этом все, в этой всей истории только одна проблема. Сильные голуби и слабые ястребы. Запад сам не знает, надо от России. До сих пор не знает. Если бы он знал и имел четкий план, он бы этот самый. Что делать с Путиным, они уже знают. Они не знают, что делать с Россией. Был четкий план, они бы уже действовали очень-очень куда как более решительно, скажем так, планово. Но все-таки твердая рука, управляющая всем этим, прослеживается, я тебе скажу. Я вижу это очень хорошо. И она... Дело ведет к тому, что дядя Вове приговор уже выписан. Время его реализации – это уже дело десятое. И способы его реализации. Я думаю, что соломинка, которая сломает спину, будет наше контрнаступление. Вот. И дальше события очень быстро начнут развиваться. И, возможно, малопредсказуемо. Может, наоборот, впадут в стагнацию, если они сумеют объяснить, почему они героически отступили от Крыма в этот раз и цепляются зубами за Донбасс. Ну, это вопрос тогда второго контрнаступления. Мы его тоже подготовим, тоже закроем вопрос. Поэтому здесь это будет очень яркое время. Начиная с выписания ему ордера на арест. И вот все, что будет происходить в 23-24, это будет крайне яркое время. Учитывая выборы в России, Беларуси, в Украине, в Штатах, учитывая тяжелейший банковский кризис, который начался и посыпался, учитывая протесты во Франции и Германии, которые расширяются. Ну, могу сказать, что времечко будет интересно. И какие решения кто будет принимать, неизвестно. Но решения будут жесткие. Точно. Потому что масштаб кризиса будет такой, что мягким решением не обойдешься, скажем. Поэтому для Украины это шикарное время, потому что только в такие времена мы можем в нашем нынешнем состоянии сразу прыгать в дамки в нужный момент. Постараемся полностью использовать эту ситуацию. Ну, еще немного подправить ее в нужном нам направлении. Не оставляя шансов Владимиру Владимировичу.
его правящему режиму.